Pizza čenta tag stories Roma. Petkov. Isti čaj. Assalamu alaikum. Dobro vremeni, ljudje. Уже готовые кобуры, надо надеть крепление, поставить крепление и отрегулировать. Вот тоже готовая кобура, надо поставить проставки, собрать. Вот заготовка на полировку, точить, полировать, собрано. Вот так вот заготовка. Тут тоже отточить, полировать. Заготовки. Все получите, брат. Все получите. В наличии у нас кобуры некоторые имеются, друзья, на ходовые. Как на Т-12, на ЗИГ, на ПМ. В наличии есть гроза, на ГЛОК, на ФАНТОМ. В наличии, как вы видите, есть. Тут тоже чуть-чуть есть наличие. Так что после заказа день-два отправляем. Кроме пятницы. Пятница у нас единственный выходной. И да, друзья, вечером мы телефон выключаем. После 6 телефон выключаем или ставим на без звука. Подальше отложим, чтобы доступа не было, и все, отдыхаем. Потому что вот сейчас перерыв, обеденный на намаз, на перерыв. Как вы видите, тут стружки все работали, вот видите. Вот стружки, вот видите. Вот полируют, видите. Тут шумно, пыльно. Целыми сутками. Вот если наушники не носить, вот эти вот наушники не носить, то с утра до вечера тут шум не прекращается. Пила работает, компрессор работает, пылесос работает, станки работают, шлифовальная машинка. Я уже не говорю про запахи. Пластик плавится, полируется. Так что, друзья, мы устаем, поэтому телефон выключаем. Если бы у нас был бы там магазин какой-то, еще что-то, я понимаю. Нет, оперативки мы не делаем, брат, оперативки не делаем. Пластик чисто скрытого ношения, поясная. Под заказ делаем тактические кобуры. Раньше у нас как было? Вот мы раньше делали все вручную. Пистолет, вот матри, вот макеты, вот примерно вот это вот макеты. Мы брали макет пистолета, дорабатывали его, ставили какие-то проставки, еще что-нибудь. И путем прессовки, вот стоит станочек раньше, вот это называется теплопоролон. Сейчас он свойство свое уже утратил, потому что мы уже год с лишним его не возим, поэтому мы теплопоролоном не занимаемся пока что. Потому что у нас станки, вакуумные станки. Все делается на вакуумных станках, очень хорошие станки и вакуумный станок. Вот тут воздух, тут засасывается, тут стоит ресивер, компрессор вакуумный. Все засасывается, делается путем вакуумной формовки. Вакуумная формовка на матрице, вот вы видите, формуется, делается. Так что
ручной работы у нас нету. Раньше мы могли любой пистолет взять, любое оружие взять, подготовить его, запрессовать и сделать кобуру. Но мы от этого отошли, потому что это уже другая технология. Вакуумные станки, ну, матрицы вакуумные, они намного раз точнее, и кобуры получаются намного лучше, потому что все, как говорится, четко получается, все хорошо, потому что матрица подобрана, подогнана. Вот эти все кобуры, они все уже делаются на матрице. Ручной работы у нас нету. Все линии, все формы, все получается одинаково, когда на матрице. Когда делается вручную, каждая кобура отличается, потому что изгиб, загиб, все вручную приходится делать. А матрица, она очень удобная. Очень красивый цвет, койот и олива, очень нравится. Чисто черный есть у нас, друзья. У нас есть, вот смотрите, черный цвет и есть P3 велюр. P3 велюр — это новинка. Заказывали черный Kydex 100 через Китай с Америки. Подсунули нам P3 велюр. С тех пор начали его возить, потому что некоторым он понравился. Так что есть выбор. Есть P3 велюр и есть чистый Kydex. P3 велюр, он чуть-чуть матовый. Kydex 100, он черный глубокий. На Фантом кобура Рамзан. Поясная кобура, короткая, с быстросъемными креплениями. Вот. Поясная кобура закрытая, но это чисто для военных уже. Кобура скрытого ношения. Законник, понял, все, не проблема. Материалы подорожали, а цены на кабуры поднялись. Сейчас я вам, друзья, объясню, в чем дело. Смотрите, на наших кабурах, мы уже не говорим про Kydex, который он патентованный. Это патентованный материал, made in USA. Вы видите, дата изготовления. Это все патентованный материал, он производится, чистый Kydex. 2-миллиметровый, не полторашка, там какая-то слабая, 2-миллиметровый Kydex. И смотрите, вот эта вся фурнитура, это чикагская фурнитура. Кто в этом чуть-чуть разбирается, он понимает, что в мире производитель фурнитуры для кобуры — это только Америка. Да, есть корейские, есть китайские подобие, но нету такой фурнитуры качественной и с резьбой, с этой прочной, с этими саморезами. Это чисто американская фурнитура, она называется чикагская. Она нам обходится очень дорого, друзья. Вот эти люверсы по сравнению с китайскими, вот эти люверсы, латунь, это чистая латунь, друзья, очень прочная, выдерживает даже КамАЗ, она не разрывается, этот люверс, она очень прочная. И за счет вот этой вот фурнитуры мы не надеваем ничего китайского на эту кобуру. Хотя можем собрать, но она тогда тоже не будет дешевле. Будет на рублей 500, наверное, дешевле выйдет, но все равно, чтобы достать с Америки сейчас товар, мы платим такую же сумму, как и за этот товар. Поэтому мы не добавили 50% к кобуре, мы добавили 35%. Поэтому, друзья, цены на кобуру... Подняты не цены на кабуру, я хочу пояснить, а именно цена за материал поднялась для нас, поэтому приходится добавлять, чтобы не уходить в кризис, как говорится, чтобы убытков не было. Но пока что держимся, будем работать. Каналы нашли, хотя дороговато, даже деньги отдаем, чтобы отправить деньги, потому что переводов с России никуда нету. Именно в то место, где мы должны закупать товар. Ну, вы понимаете, Соединенные Штаты Америки, никаких путей нету. Так что в обход две таможни, пересылы. Но мы работаем, вся фурнитура,
весь материал кайдекс американский, друзья. Так что работаем. Цены поднялись, ну. Нет, брат, мебельную нельзя. Не подойдут они кавури. Вообще не подойдут. Для сравнения, покупали китайскую фурнитуру, покупали, которая написана там чикагская. Все приходило. Резьба слабая, друзья. Покрытие слабое. При затягивании трескается, ломается. Так что по сравнению с чикагской нету такой фурнитуры пока что, которая может сравниться с чикагской фурнитурой. Если в руках не подержать, вы этого не поймете, какая тут резьба, вес этого материала. Самое главное в кобуре, в поясной кобуре, самое главное — это люверс, друзья. Вот этот люверс, его невозможно после того, как вы его уже спрессовали, невозможно разорвать. Или вы поломаете кобуру. Очень прочный материал, как вы видите, горлышко невозможно согнуть. Это чистый латунь, очень прочный. Так что наши кабуры собраны из оригинальных материалов, как говорится, все с Америки. За счет этого кабуры чуть-чуть дороговатые. Да, до санкций, всех с этих санкций у нас было на 1000 рублей дешевле все. Но сейчас вот с этими проблемами невозможно продавать их по этой цене, потому что у нас материал, расход уже идет столько же. Поэтому наценка небольшая, друзья. Потому что наши кабуры продаются сейчас на сайтах, в магазинах, в Москве, еще где-то. По всей России рассылаются они, оптовики покупают. Поверьте нам, вот эти кабуры на сайтах продаются по 6, по 7 тысяч. Так что цены пока что такие, друзья. Пока что такие. Если все это уляжется, перевозки, все это начнется, я думаю, цены мы снизим обязательно. Потому что если будет доступ к материалу без двух таможень, без отправок денег за деньги, как говорится. Ну, пока что все так, друзья. Всем спасибо. Прямой эфир давно не делал. Всех обнял. Всем удачи. Мира вам.